Председатель правительства республики Евгений Чекин провел совещание с главами муниципальных районов и городских округов. С докладом об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы выступил первый заместитель председателя правительства, министр экономики Алексей Стручков. О реализации бюджетной политики сообщил министр финансов региона Валерий Жандоров и о ходе реализации второго этапа федерального закона номер 119 министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева. По каждому вопросу прошли подробные обсуждения, приняты соответствующие решения. Зимники, к сожалению, до сих пор не можем открыть. Затянулось. Это запаздываем почти на месяц. Но, тем не менее, в этом году наши промышленники, в уходящем году, план по золотодобыче выполнили. Район впервые в 21 веке, наверное, добыло больше 180 килограмм золота. Ну и оленеводы наши, рыбаки, свои планы выполнили. В общем, итог позитивный.